Добрый день, Олег Николаевич. Меня зовут Дмитрий Поспелов. Хочу к вам обратиться по проблемам, связанным с поликлиниками, такими как поликлиника номер 9 и поликлиника и филиал поликлиники номер 9 поселка Поливановка. Вы уже с нами знакомы с обоими поликлиниками, мы уже обращались не раз по состоянию в поселке Поливановка, что касается поликлиники. Но сейчас немножко у меня к вам обращение, просьба другого характера. Это медперсонал в поселке Поливановка. Вот на данный момент там две санитарки, один медрегистратура, кто занимается, и охранник, это во взрослой поликлинике. В Поливановке у нас проживает практически 15 тысяч человек. Да, мы их разделим пополам, там дети и взрослые, смотрите. То есть какое огромное количество жителей, а у нас сотрудников как таковых нет. Вот медицинская сестра там уже увольняется сейчас тоже. Поэтому я прошу вас, жители вас просим обратить особое внимание и в ближайшее время укомплектовать медперсоналу в Поливановке детскую и взрослую поликлинику, а также обеспечить всем необходимым для приема жителей и обеспечить жителей всем тем, что это нуждается, чем они нуждаются во время ожидания и так далее, чтобы это что касается поселка Пленка, потому что сейчас на самом деле очень острая нужда, очень большое обращение жителей на эту тему, поэтому мы вас просим прям особое внимание на это обратить и в ближайшее время уже принять какие-то меры. Теперь, что касается 9-й поликлиники на 6-й дачной, там в принципе та же самая ситуация, то есть нашим жителям приходится также туда теперь обращаться и давать еще большую нагрузку на терапевтов. Я сам лично был там вчера, был еще ранее, и к терапевту очень большая очередь. Ждут по несколько часов. По несколько часов. Вот вчера очень было жарко. Одна женщина с онкологическими заболеваниями, температура просела больше часа. Вот. И у терапевта большая нагрузка и большое количество больных пациентов, так скажем, правильно. Я также был еще рядом в каком-то кабинете, не знаю, чем это принимать, там вообще около 30 человек находится, не знаю, там в каком-то квадратном помещении, там никакой социальной дистанции, ничего нет, учитывая, что у нас сейчас проблемы с нарастанием заболеваний, да, там, с пандемией, и с этим очень активно там борются, а тут, ну, нету терапевтов. Мало того, там самая большая нагрузка на шестую дачную 9-ю поликлинику, плюс еще у нас нет терапевта, еще больше мы нагружаем, получается. Поэтому вас очень просим обратить на это внимание, комплектовать медперсоналом обе поликлиники, всем необходимым для приема. Да, мы вчера познакомились, прошлись там с главврачом, обсудили некоторые вопросы, она дала разъяснение. И как бы спасибо за это. Надеемся, что у нее в ближайшее время там все наладится и сложится, но у вас очень просим обратить на эту острую проблему внимание и приложить все усилия для того, чтобы решить эту проблему. Мы вас заранее благодарим и надеемся, что уже в ближайшее время, как в поселке Поливановка, так и в 9-й поликлинике на 6-й дачной, вопрос этот будет решен. Заранее вам спасибо.